Всем огромный привет! Начинаю я видео с заварки вкусного ароматного чая. У меня это краснодарский чай, вкусный. Но знаете, такого запаха чая, вот как раньше, почему-то нет. Буквально вчера смотрела на Валберис, очень много чаев разных. Ценник, конечно, зашкаливает. Там буквально упаковка стоит там 2000, 3000, есть за 5-6 тысяч. И вот мне интересно, вкусный ли он. Вот да, заплатить, к примеру, за него такие деньги, стоит ли он того. В этот день я еще приготовила имбирные печенья по рецепту моей подписчицы. Спасибо ей огромное. Ее зовут Виктория. Чуть позже покажу рецепт. И недавно еще экспериментировала с творожными печеньями. Получились также очень вкусно. Поэтому видео с рецептом обязательно будет. Мои дорогие, вы знаете, что я всегда делюсь с вами самой полезной информацией и классными советами, за которые вы всегда меня благодарите. Мы с семьей, ну вы, наверное, заметили, постоянно заказываем онлайн, но и сейчас вообще все можно делать через интернет, просто нужно иметь с собой телефон. Также сейчас я вам расскажу, как можно не просто экономить на покупках, но и при этом заработать. Рассказываю про приложение, которое называется Shary. Его нужно скачать, и регистрация очень простая. Вводите ваш номер телефона, ваше имя, фамилию, ну и придумываете пароль. Кстати, Shary — это перевод с английского «делиться». И с помощью приложения мы делимся промокодами и экономией. После регистрации заходим в промокоды и видим различные магазины, такие как Лента онлайн, Магнит, Ашан, Соколов. Супер, вы посмотрите, сколько их здесь. И давайте на примере я вам покажу, как можно экономить. Я часто заказываю всякие украшения на сайте Соколов. Заходим на сайт, выбираем украшения. Отправляем в корзину, и при оформлении будет применить промокод. Возвращаемся на Shary, копируем промокод и вставляем его на сайт Соколов. И готово. Посмотрите, какая экономия получается. Ну а далее нажимаем «Оформить заказ». Этим же промокодом можно поделиться с друзьями, и в зависимости, сколько раз они им воспользуются, от этого будет зависеть ваше зачисление. Можно к Shary привязать еще свою карту, и все эти зачисления будут приходить на карту. Ну круто же? Да, это очень круто. И от себя, мои дорогие, я вам дарю промокод. При регистрации вы получите плюс 100 рублей на счет в течение 2 недель. И прежде чем выпекать печенье, давайте покажу вам покупки с Валберис. Вот такие мерные ложки. Я их приобрела, если честно, давно, но многие про них спрашивают. Очень удобные. Вот, к примеру, сюда я набрала мед. И вы посмотрите, вот 200 грамм не понадобилось, да, и тут уже мерная шкала такая есть, 200 миллилитров или грамм, набираете и готово. Не нужны весы. Пол чайной ложки соли, тоже удобно. И под яйца доску я уже показывала. Тут получается под 4 яйца. Есть, по-моему, еще на 6 и 12 яиц. Такая прям большая. Но я не стала ее заказывать. Вот эту я заказывала в прошлом году. Формочки. Сегодня буду использовать тыковку и кленовый лист. Очень красивые, такие объемные. Буду заказывать также к Новому году что-нибудь такое интересненькое. Как раз таки творожные печенья буду выпекать. И вот такая вот супер скалка с регулировкой толщины теста. Прям очень удобно. То есть если вам нужно там 3 миллиметра, 5 миллиметров, да, теста раскатать, выбираете ограничитель, ставите и готово. Плюс к скалке вообще не прилипает тесто. Поэтому прям советую, кому интересно, артикул оставлю в телеграм-канале, либо на канале Shorts. Также пергаментная бумага в виде газеты. Да, про нее я говорила в прошлом видео, по-моему. Отличная, также ничего не прилипает, довольно, и она уже разрезанная, то есть не нужно ее подрезать. Ну и раз начала с заказов, давайте еще покажу свой небольшой заказ с сайта Faberlic. Вот такой новый каталог, красивый, уже новогодний вышел новый. Плюс
подарок для новых зарегистрированных покупателей. Хотя я всегда заказ делаю на самом сайте, мне прям удобно. Я туда захожу, выбираю все, что мне нужно, и оттуда сразу заказываю. Хотя приложение у меня тоже есть, Faberlic. Если кому удобнее с приложения, то можете скачать его с легкостью. Но в каждом моем заказе есть обязательно либо порошок, либо пятновыводитель. Вот этот пятновыводитель очень классный, лучше работает в горячей воде. Также отбеливатель мне нравится. В этот раз что-то я забыла его заказать. В следующем заказе, скорее всего, тоже положу. Ну и порошок. Про него я долго рассказывать не буду. Он концентрированный. То есть одна пачка порошка равняется 3 килограммам обычного порошка. Поэтому на 5 килограмм белья я кидаю одну мерную ложку. Вполне хватает. Хорошо отстирывает. Далее повторный заказ. Это алоэ. Очень люблю. Хорошее средство для пищеварения. Мы с Федором прям довольны. Берем 200 мл воды и 1-2 чайные ложки. Перемешиваем и выпиваем по утрам. Далее в этот раз заказала себе кроссовки. Вот такого необычного леопардового цвета. У меня есть футболки тоже такого же цвета. И есть ветровка еще. Поэтому я решила взять белые с леопардом, чтобы сочетать. Буду их носить, скорее всего, весной. Ну а так очень симпатично выглядит, и стоили они бюджетно. И последнее в заказе — это обувь уже на зиму с мехом. Посмотрите, какая подошва мощная. Я прям довольна, они отлично подошли. 38 размера, идут в размер. Кстати, спрашивали по поводу размеров. Я вообще всю обувь меряю по стопе и никогда не ошибаюсь. И Федору также, и деткам. Поэтому в этом плане проблем нет. И показываю вам рецепт имбирного печенья. Получились очень вкусно. Ингредиенты будут как на экране, так и в описании под этим видео. Эту банку я, кстати, покупала в IKEA. Очень удобно, использую под муку. Рецепт печенья очень простой. Для него нам понадобится корица, имбирь, мука, соль, мед, имбирь, разрыхлитель теста, 1 яйцо и масло сливочное. Замешиваем тесто и отправляем его далее в холодильник. Где-то минут на 20. Недавно читала, как вообще придумали это печенье, кто, в каком году. Вообще имбирный пряник был впервые упомянут в Англии в 1390 году. Есть также еще одна известная легенда. По ней имбирные пряники были приготовлены совершенно случайно. Однажды в одном монастыре во время подготовки к рождественским праздникам монах, который готовил угощение, случайно высыпал в тесто пряности. Печенье настолько понравилось всем в округе, что стало традицией готовить имбирные пряники каждое последующее Рождество. Знаете, я прям влюбилась в это печенье. Мне оно очень понравилось, с тем учетом, что оно готовится абсолютно без сахара, то есть туда идет 200 грамм меда. Если вам не слишком сладко, то можете сверху посыпать еще сахарной пудрой. Но, честно говоря, для меня вот в самый раз получилось. Выпекаются они где-то минут 10. Я выпекала 12 минут, они получились такими хрустящими. Если вы тоже так же любите, то можете выпекать также 12 минут. Также зависит, мягкие они или нет, если вы после выпечки сразу накроете их полотенцем. Я также это не делала. И формочки такие необычные, очень понравились. Уже на Валберис загрузили всякие новогодние с Дедом Морозом. Что там еще видела? Разные зверюшки. Можно будет прикупить к Новому году. Тоже сделать и имбирных печений, и творожных вот скоро буду печь. Поэтому обязательно вам и рецепт покажу, и формочки закажу, и проэкспериментируем вместе с вами. Единственное, вот творожные печенья, они немного поднимаются. Поэтому их нужно, наверное, раскатывать прям тонко. Просто если взять такие формочки и
печенье поднимется, то, скорее всего, форма будет не очень видна после выпекания. Видите, вот здесь прям они сохранили свой вид, такой, как и до выпекания. Прям понравились, вкусные, тоненькие. Ну а вам, мои дорогие, всем желаю приятного аппетита, кто кушает, ну или чаепития, кто тоже пьет чай. Села с вами немного поболтать. Сегодня Тёмочка приходит со школы и говорит: «Мам, почему у моих всех одноклассников есть карта, а у меня ее нет?» И знаете, мы с Федором посидели, подумали, и почему бы и нет. И тем более мы совсем недавно узнали, что карта Тинькофф Джуниор — это карта для всех, кто младше 14 лет. Эта карта в уникальном дизайне, а также она упрощает жизнь родителей с карманными расходами ребенка и помогает ребенку учиться распоряжаться деньгами. Огромный плюс — быстрые переводы на карманные расходы. Также можно следить за тратами ребенка и ограничить определенный вид покупок и поставить лимит на расходы. До 15 ноября карту Тинькофф Джуниор можно оформить в новом ярком лимитированном дизайне смешарики. А еще вы получите бесплатное обслуживание навсегда. Карту вам бесплатно доставит представитель банка в любую точку России. За любые покупки возвращается 1% баллами. 1 балл равняется 1 рублю. Снятие наличных бесплатное в любых банкоматах до 20 тысяч рублей в месяц. И также бесплатные переводы на карты других банков. Ссылочку на оформление детской карты оставляю в описании под этим видео. У меня сегодня завал в ванной комнате. Вот такая гора. Нужно все перестирать, все перемыть в ванной. Кстати, хочу сказать огромное спасибо подписчице, которая посоветовала мне пасту. Мне прям она понравилась. Я сейчас с помощью нее все абсолютно чищу. И ванну, и кухню. Плюс еще посоветовали тряпочки Веледа. По-моему, так называется бренд. Я прям, честно скажу, в восторге. Эта тряпочка вроде бы обычная, стоимость ее в районе 600 или 700 рублей, но зато она не оставляет разводов вообще. Ее нужно намочить, и все. Зеркало, окна, плитка, там кухня, в общем, абсолютно все. Я купила их несколько штук, плюс я еще маме заказала, ей тоже понравилось, и заказала еще одну упаковку, целых 5 штук в упаковке. Не знаю, оригинал это или нет. Если вдруг придут оригинальные, то я ссылочку, артикул оставлю в телеграм-канале или на канале Shorts обязательно. Потому что реально выгодно я купила. Сегодня сидели всей семьей и решали, куда мы поедем на следующей неделе. В общем, на следующей неделе у Тёмочки день рождения. Мы ему купили подарок, и плюс он захотел съездить в Пятигорск. Помните, мы как-то показывали, по-моему, на канале «Семья на позитиве», как мы ездили в город детей, по-моему, называется. Очень много активностей в одном месте, плюс еще есть ресторан, в общем, там можно и покушать, и для деток есть там всякие картошка фри, наггетсы, ну, в общем, все, что они любят. Плюс можно заказать и мясо, и всякие соки, и десерты, в общем, все. По ценам, я скажу так, средние, не бюджетно, но и не так дорого. Вот, мы решили туда съездить, но поедем не на один день. То есть останемся там на дня два, может, три. И немного отдохнем, отвлечемся от работы, потому что съемки, конечно, выматывают. У нас 3 канала и плюс еще работа. Вот. Думали насчет Сочи.
Федор, если честно, очень соскучился по этому городу, говорит, прямо вот с удовольствием бы съездил на Красную Поляну, но я категорически против ехать на машине. Вот этот серпантин проезжать от нас до Сочи примерно 14 часов, и, знаете, ехать на 2-3 дня, мне кажется, что вообще не стоит. Да, если ты едешь на неделю, там, дней на 10, да, ладно. Ну, а так на несколько дней в такую даль с детьми, мне кажется, не стоит. Я вообще вот напряжена постоянно в дороге. Вот я не знаю, какой-то страх у меня, особенно когда едешь вот по этому серпантину. Я Федору предложила, давай на Новый год и поедем не на машине, а на поезде. У нас это, к примеру, садишься там в 7 часов вечера, и с утра ты уже в Сочи. Вот, очень удобно. Ну, он сказал, посмотрим. Нужно будет выбрать отель. На Красной Поляне их много. И Федя говорит, что на Новый год программа там, конечно, очень интересная. Кто заселяется в отеле. Поэтому вот можно будет подумать. Правда, ценник там, конечно же, в 2 раза дороже, чем обычно. Ну, новогодние дни, я думаю, что везде так. Недавно мы говорили в своих видео, что хотим съездить куда-нибудь за границу, да, отдохнуть. И мне недавно подписчица скинула, ну, она, видимо, работает в турагентстве или где, и она скинула мне горящий тур на Бали. Вот честно, у меня вообще желания нет вот именно туда. Я вот не знаю почему, хотя многие туда рвутся, ну, не просто отдохнуть, а там жить. Блогеры, которых я смотрю, и вообще с некоторыми мы переписываемся, они там живут, и они прям в таком восторге, говорят, что там классно. В общем, не знаю, кто был, напишите, пожалуйста, очень интересно. Турция, конечно же, сейчас подорожала в несколько раз. Если раньше это был очень такой бюджетный отдых, то сейчас это совсем не так. Помню, когда мы были в Альбатросе, да, там не бюджетно, нам понравилось все же. Нам писали, ну, за эти деньги можно где-нибудь за границей отдохнуть. Но, честно говоря, я вообще за эти деньги нигде не нашла, сколько мы смотрели. Вот, и некоторые написали, зачем лететь за границу, если много красивых мест в России. Но вот где именно, напишите, может быть, у вас вы были где-нибудь в таких красивых местах, не просто красивых местах, но и с детьми, потому что мы-то не одни, у нас есть дети, чтобы и деткам было как-то интересно. Может быть, мы прочитаем, да, о многих местах мы не знаем, естественно, мы не были. Федор несколько раз предлагал в Домбай съездить. Во-первых, это довольно-таки близко к нам. Но, честно скажу, я не любитель гор. Но ради деток, вот, конечно, можно будет съездить, потому что знаю, что деткам вот 100% там понравится. Потому что знакомые, кто там был, говорят, что там невероятно красиво и с детками можно, есть где, в общем, погулять. Да, я хотела бы сказать по поводу Москвы, так как наш канал номинирован. Премия DIY-блогер «Повелитель стройки». Вот, будет проходить вечер 7 декабря. Нас уже пригласили, дали аэр-код, потому что вечер будет закрытый. Вот, поедем, вернее, полетим мы или нет, вот, вообще не знаю, потому что декабрь у нас прям расписан до 28 числа, и поэтому будет ли время у нас туда слетать, не знаю. И для ванной комнаты я заказала вот такой ёршик, потому что предыдущий ужасный. В общем, очень удобный, идет такой черный с золотом. И когда я ёршик повесила, Федор такой смотрит, говорит, ну да, здесь не хватает черной туалетной бумаги. Но он, конечно, прикольнулся, потому что он не знал вообще, что есть уже черная туалетная бумага. И когда я заказала, он долго смеялся, говорит, ничего себе. Как-то видела у девочек и серую, и розовую, по-моему, даже.
В общем, ну это, конечно же, уже какое-то баловство. Но ёршик очень классно вписался в ванную комнату. И он такой широкий и удобный. Предыдущий это был, конечно, ужас. Хотя и стоил он там в районе, по-моему, 200 или 300 рублей. Но, тем не менее, он сломался сразу. И сразу, чтобы вы понимали, на второй день... Федор говорит, ну, слушай, говорит, ну, что ты хотела за 300 рублей купила? Ну, знаете, 300 рублей, это не значит, что на второй день этот пластмасс должен сломаться. В общем, давно я хотела поменять ёршик, и, наконец-то, это сделала. У нас здесь продавались какие-то цвета не очень. Мне нужен был либо черный, либо белый. Но спасибо маркетплейсам, которые есть, существуют, да, с помощью них, конечно, можно купить все, что угодно и подобрать к интерьеру. Закончила, все помыла. Единственное, осталось организацию сделать в ящиках. У меня там вообще завал. В следующем видео, скорее всего, уже покажу, потому что это я буду делать уже завтра. Сейчас я еду на маникюр. Да, иногда я делаю маникюр дома, иногда езжу в салон. В салоне, конечно, удобно. Ты пришел, ничего не делаешь, тебе делают маникюр. Но у меня настолько быстро отрастают ногти, что это не передать даже словами. И мне начинают очень много писать негатив, ну не то, что негатива, я с одной стороны понимаю, да, как бы девочки пишут, Наталья, ну ты же блогер, как ты можешь снимать свои руки вот в таком состоянии? В течение 10 дней, наверное, все, и потом уже и мне самой хочется брать, поэтому я начала делать себе, ну наращивать себе сама, но так как у меня аллергия, и знаете, что я заметила? В том, что когда я делаю в салоне, у меня нет никаких реакций, вообще, я могу с ногтями долго ходить. А когда я делаю дома с теми же материалами, у меня начинается реакция. Я не понимаю, как это работает. Конечно, дома удобно в чем? В том, что ты можешь раз в 10 дней поменять маникюр, и они у тебя всегда красивые. Но когда начинается аллергия, это нос забит постоянно. Ну, у кого аллергия, те знают. Либо мне надо в салон ходить там раз в 10 дней, либо раз в 2 недели, где-то так. Тогда уже... Да, ну а раз в месяц, нет, я не могу столько ходить с ногтями отросшими, это... Но я на самом деле села с вами поговорить не насчет этого, задать вам один вопрос очень интересный. В общем, совсем недавно я завела канал на YouTube, про него я не говорила в видео, если честно, и не собиралась как-то прям рекламировать его. Туда я загружаю короткие видео. Шорты, да, они называются на YouTube, минутные. Загружаю туда обзоры своих покупок, в общем, что я покупаю на Wildberries. Так вот, я загрузила видео и показала там масленку, там кастрюлю и так далее, но не суть. В общем, когда я показала эту масленку, мне начали писать, что я вот такая вот глупая. Да, писали, что я и без мозгов, и вообще... что масленка используется наоборот. Сначала написала один, второй, третий. Я, знаете, начала даже задумываться, разве может быть вот так? Во-первых, я считаю, прежде чем оскорблять человека, да, и называть его глупым, мне кажется, вначале нужно зайти на сайт, то есть Wildberries, и посмотреть, как выглядит на картинке. Ну, ответила девушке, говорю, прежде чем что-то писать, вы, может быть, зайдете на Wildberries и посмотрите картинку, как эта масленка выглядит. Она мне, знаете, что написала? Ну, вы же взрослая девушка, это производитель Китай. И китайцы, скорее всего, сами неправильно сфотографировали и выставили на сайт. Ну, вы-то должны быть умнее. Люди, ну вы о чем? Вы серьезно? Вы думаете, что сам производитель сфоткал неправильно? Во-первых, здесь надпись. Если правильно масленку вот так вот размещать, то почему тогда надпись наоборот? Здесь же надпись есть, правильно? Ну, это как-то странно, мягко говоря. Давайте быстренько разберем второй вопрос, потому что мне остался часик, да, я уже побегу. Вопрос по поводу маркировки видео, по поводу ссылок. Я
по-моему, видео об этом прям не рассказывала. Кому не интересно, может сразу выключить видео, потому что в основном это интересно тем, кто либо продает что-то, да, хочет заказать рекламу у блогеров, ну, не только у блогеров вообще, либо блогерам. Спрашивали по поводу того, что нужно маркировать, а что не нужно. И также спрашивали девочки, вот если просто взять... Да, блогеру и показать свои покупки. Это считается рекламой или не считается рекламой? Вот, к примеру, я, да, недавно показывала масленку, кастрюлю и так далее. Считается ли это рекламой? Хотя я покупала это сама, сразу говорю. Маркировать рекламу обязательно. Делает это либо рекламодатель, либо рекламораспространитель. То есть мы блогеры. Если рекламодатель не может это делать, да, сейчас не все могут это делать, то это должен уметь делать сам блогер. Где легче заводить кабинет? Ну, я завела, например, ВК. Но мне кажется, легче всего это ВКонтакте. По поводу того, как маркируются видео, я прям останавливаться не буду. Обязательно должен быть договор между рекламодателем и рекламораспространителем. Если рекламодатель не сам заказывает рекламу, да, покупает рекламу у блогеров, а через менеджера, значит, в договоре нужно указать блогеров и рекламодателей, а еще и менеджера, то есть троих. А если между ними еще есть менеджер, то этого менеджера тоже нужно внести. По поводу рекламы. Вот, к примеру, вы хотите сделать обзор. Ну, купили там всякие штучки, заказали с Wildberries. Вы хотите это показать в своих видео. Реклама считается тогда, когда вы не просто показываете свои покупки в видео, но также рекомендуете своим подписчикам купить. Такое видео будет считаться рекламой. Вам нужно будет в любом случае промаркировать видео и отправить отчет в РД. А если вы просто показали покупки и сказали, ну, классный товар, мне очень нравится, или купили вы какой-нибудь шампунь, к примеру, мне очень понравился шампунь, он вкусно пахнет и так далее. Это не считается рекламой. Чтобы вы понимали, отчет нужно делать каждый месяц. Рекламодатели просят через месяц вот этот фрагмент с рекламой просто удалить. Единственное, это нужно, естественно, прописать в договоре. Потому что если в договоре будет указано, что реклама не удаляется целый год, а они потом вас попросили через месяц удалить, конечно, вы нарушаете. Поэтому все моменты вот эти нужно учитывать, договариваться и прописывать в договоре, чтобы было все честно и законно. Вот как-то так. Я думаю, что я ответила понятно. На этом я видео буду заканчивать. Прощаюсь с вами до следующего видео и пока-пока. Ways to leave. That's my place.